Огонь практически стерший с лица земли деревянную Успенскую церковь в Иванове давно потушен, и все это время теплился лишь маленький огонек надежды, что объект культурного наследия восстановит или, как минимум, законсервирует, чтобы то, что осталось от памятника, не разрушалось и дальше. Валентина Матвиенко на форуме «Историко-культурное наследие России», который прошел в Суздале, потребовала за 2 месяца спасти сгоревшую церковь. Как цитируют представители Совета Федерации информагентства ТАСС, Валентина Матвиенко сообщила: «За все у нас отвечает Министерство культуры, и поэтому они должны выйти на губернатора, на Росимущество, разобраться и спасти этот объект». Известно, что уже 3 июля в Москве состоится совещание, посвященное судьбе памятника деревянного зодчества 17 века. То поручение, которое было дано относительно объекта культурного наследия федерального значения церкви Успения, оно, в принципе, вытекает из того состояния объекта, которое на сегодняшний момент имеется. То есть, по большому счету, за 3 года состояние объекта продолжает ухудшаться, и никакие меры по его сохранению до настоящего времени не предпринимаются. Единственное, что подготовлено представителем собственника объекта культурного наследия, это научно-проектная документация на консервацию существующего объема церкви. И то поручение, которое было вчера дано, мы надеемся, что простимулирует прежде всего законного владельца объекта культурного наследия не только для проведения консервационных работ, но и для подготовки проекта реставрации и, соответственно, проведения этой реставрации.